Красота. Спасибо. Да, свидание у нас. Какой день сегодня, да? Да, да и уже сколько дней-то таких прекрасных. Видите, как я постарела, капитально. Да. А вот 66-й год, я помню, как первый класс я пришел. А? Да. Помню. А вы мне показали самой красивой женщиной, самой высокой, самой большой, самой стройной. Ну, я правда. Мы сидим. Школа новая строится. Uh-huh. Мы говорим, малокомплектная. А я знала, что это такое. Uh-huh. Потому что я там, когда училась, я в деревне давала урок малокомплектной школе. Uh-huh. Я это знала. Uh-huh. Поедем. И вот мы-то оказались. Uh-huh. Самая лучшая в нашем классе была, училась Надя Власова. Умница была она. Лучше всех училась, я помню. Надя Власова. Помните, да? Помню. Да. Я практически... Валя Сандович, Сук, Маша, Рая. Вот это этих Кривошапкина была с нами. Да. Ваня был, Васильев. Он остался потом. Коля Ефимов со старшего класса к нам пришел. Алеша Парников со старших пришел, остался учиться. Да не говорите. Да. А Иван Перевезин как учился? Хорошо. Хорошо учился. Сначала-то не это, а потом хорошо. Вы перевезенных, наверное, многих учили? Нет. Нет, да? Угу. Коля учился, Оля Зайта Николаевна. Они же потом переехали в Ленск. Угу, угу. Уехали. И вот по направлению, что ли, отправили. Много, наверное, да? 400, наверное, с лишним. Вот. Всех научить писать, всех научить считать. Это же, я помню, как вы нас научили столбик прибавлять, столбик, как это, деление. Научили вот это, на счету считать научили. Вот интересно так, тут и вдруг сюда один выходит, один в уме там. Вот так вот, интересно так было. И вот как бы по русскому языку там, да? Вы способный мальчик были. Ну, Светлана Алексеевна, мы решили, мы руки поднимаем. Ну, подождите, я сейчас 4-м классом. Я как-то умудрился во 2-м классе за 4-й класс и решить. И вы тогда вначале это хотели похвалить, потом не похвалили. А я тогда внутри обиделся. Потому что все задачи решил за свой 2-й класс. И то, что вы им объяснили, ихнюю. А вы правильно поступили, а то как я за 4-й класс начну, это же путаница у меня. Вот мы вопрос задеваем, да, философский, гендерная политика. Это значит, что сейчас освоение Арктики идет, да? Ага. И сейчас Организация Объединенных Наций объявила две программы, да? Это в Латинской Америке и в Африке, там роль женщин подняли. На женщине земля, на женщине кредит, на женщине семейные фермерские хозяйства и производство. Поэтому вы, как женщина, приехали из Тулы. И вокруг вас вот эта семья, и вы вышли замуж за якута, Копырина. И как вы его любили, как вы могли же уехать, а вы не уехали. Вот так вот. Кто поверит, ни разу мы с ним не скандалили. Ни разу. Он у вас водителем же работал, да? Водителем. Он имеет, как вы встретились? 2 ордена это шахтерской славы. Он член КПСС. Он занесен в книгу почета поселка. Он очень знаменитый парень. Очень уважаемый. Меня вот интересует тоже такое вот...
русские женщины, приехавшие, так вот чтят, уважают, любят якута своих мужей. А вы мужей, знаете, вот это я когда... В чем кроется секрет, да? Значит, русские женщины, образованные, вот, приехавшие, настолько патриотичны или любят свою родину, да? Настолько, что все-таки и якуты, те, которые женятся на русских, они и дети очень симпатичные, вот дети очень умные получаются. Ну, во все отношения, вот эти женщины так трудолюбивы и работают, и являются каким-то сердечником. Сердечником, таким фундаментом и основой для развития семьи. Роль женщины. Женщина должна главное место занимать. На ней надо и кредиты, на ней земли, на ней все-все-все. Становится она как бы хозяйкой. Потому что женщина всегда делает что-то хорошее. Всегда. Знаете, когда мы с Мишей это прожили уже лет, наверное, 45, Полина Сергеевна Журкова, знаете? Ветеринар, да? Да. Знаю, знаю. Тетя, ну, Полина, вот, да? Да, Полина. Она меня встретила, говорит: Свет, да, Светлана Алексеевна, вы знаете, ведь мы проспорили, мы думали, ну, проживете вы год, ну, кто-то на пять, кто-то на что спорит. И все проиграли. А мы сколько? Мы 45. А потом еще 10 лет, 55 лет мы с ним прожили. Молодцы, как хорошо. Лет работал в этом в разрезе, вот уголь возил, это, а потом на автобусе, горняк автобус, и вот шахтер, горняк, потом Кангаласский автобус. Кангаласский. Ну тогда на автобус садили только людей со стажем, людей же возили. Он очень опытный водитель, я же говорю, он его, у него вот вот это права с первого и до самого низа разрешено. Все разрешено. Все разрешено. Он Усть-Алданский, да? Да. Очень достойно уважения и почитания. Как учительница. Да, как они мать. Хотели нам это в Кангаласах. Вот летом думали праздник устроить. Но. Дедушка в апреле. Если бы не эта пандемия, мы бы опять пролечили бы его, и все бы. А вот эта пандемия, она его съела. Не то, что он ею заболел, а то, что в больницу не положили. В жизни, в быту у вас все с Михаилом было? Было. Все хорошо? Все было, да. Квартиры были, лодка с мотором была, машина была. По реке было. Ездили. Он очень трудолюбивый был. Очень. В основном он же, что там учитель-то платили? Мало же нам, хоть как я не работаю. А в трудовом лагере я все время работала. А в основном-то он... Прожили такую интересную жизнь, еще долго я хочу, чтобы вы жили. Вы столько много сделали, делали вот так. У вас жизнь просто героизм. Учеников, да. Много у меня приехали хороших. Оттуда, да, сюда.